жизнь. Может ли смена места жительства помочь восстановить достаток, бизнес и любовь? Как правило, это зависит от наших чувств. Как я сегодня уже говорил, есть чувства хорошие, где бы вы ни жили, будет везде хорошо. Что это такое? Это радость в душе, друзья мои. Все равно, где ты живешь, если радости душевной нет, то везде будет плохо. Нужно не место жительства искать. Начните с поиска радости душевной. Радость душевная помогает. Так человек в случае, если он живет и начинает ощущать радость душевную, то он может столкнуться с элементами. Первый элемент – не ощущаю радости душевной. Почему? Ничего не ощущаю. Я знаю почему. Дело в том, что вы, скорее всего, имеете долг. Что это за долг? Этот долг называется кармический. То есть вы кому-то сделали плохо, может, забыли, кого-то обманули, может, кто-то на вас обижался, может, даже оговорили вас, может, там все что угодно быть. В христианстве это называется покаяться. То есть когда человек живет, то он не кается ни в чем. Что нужно делать? Если вы не ощущаете радости душевной, кайтесь, говорите: «Ох-ох-ох, прожила жизнь непонятно как, каюсь в этом». Если обидела кого в своей жизни, пусть меня простят. И после этого, если это не помогает и радость душевная не появляется, нужны стенания. Или пост. Попоститесь один раз в неделю. Можете заниматься еще спортивными упражнениями, там поприседать или еще что-то сделать и сказать себе: «Я вот так страдаю, потому что решила отдать долг свой в своей жизни для того, чтобы обрести в дальнейшем сердечную радость». Почему? Человек не может обрести сердечную радость, если он имеет очень большое отягощенное зло, которое он нанес другим людям или себе. Очень часто это может быть связано с воспоминаниями плохими, знаете, даже к людям, которые умерли. Послушайте, наша жизнь так устроена, что бы ни произошло, это все произошло ранее. И сейчас это новый лист бумаги. Как бы вы ни переворачивали книгу, она все время будет только в настоящем моменте. То есть это страница настоящего. Как бы вы ни ковырялись в прошлом, оно вам ничего не даст хорошего. Но плохим может вас очень наполнить. Поэтому не ковыряйтесь в прошлом, не вспоминайте в прошлом. Если кого-то обидели, рукой махните, покайтесь, скажите: «Ну его, ничего страшного, пусть простит меня». Если вам что-то сделать, скажите: «На все воля Божья, значит, такая была судьба». Вот начинайте каждый день как с чистого листа. Это очень изменит вашу судьбу. Это такой хороший совет. Не получается — занимайтесь стенаниями. Пусть стенания в виде физических упражнений, можно там для себя придумать, там стояние на гвоздях. Я предпочитаю массаж. Я прошу массажиста, чтобы он пришел и сделал мне очень болезненный массаж. То есть там для мышц хорошо, знаете, так, чтобы поглубже и там побольнее. Знаете, в этот момент я говорю: «Эх, рассчитываю за все свои плохие дела. Пусть будет вот таким образом идти расчет». Ну и занимаюсь спортом. Выбираю там 3 или 4 дня в неделю и начинаю бежать, начинаю приседать, начинаю поднимать тяжести какие-то до 7-го пота. При этом, когда это делаю, обычно говорю: «Я это делаю, посвящаю все радости душевной. Пусть она в моей жизни будет. Будет радость душевная, будет жизнь прекрасная». Так мир устроен. Если нет радости душевной, все равно, где вы будете жить, везде будет плохо. Ну и на последнее место можно поставить влияние астрологическое. Очень часто на человека влияют астрологические принципы. То есть влияние там Кету, Мару, влияние Урана там, или планеты Марс, или там чего-либо еще деструктивно. Расположение вашего домика не в ту сторону может привести к тому, что в жизни будет не совсем хорошо. Ну и как это изменить? Обычно такие влияния проявляются с того, что у человека начинаются отеки. Он теряет концентрацию, теряет память. Неприятности начинают появляться. Внезапно не было давления и начало подниматься. Чрезвычайная сонливость или наоборот, чрезвычайное беспокойство. Это все может быть влияние вот таких деструктивных планет. Как это все можно преодолеть? Необходимо на левую руку или на правую руку, на мизинец, одеть железные кольца. Второй вариант: если нет денег и вам их никто не дает, оденьте на правую руку. Если долг у вас есть, оденьте на правую руку железный браслет. Если не получается зарабатывать, не получается продавать, на левую руку железный браслет или железные часы, как я, вот у меня они железные.